Никто не знает, сколько лет этой песне. Испокон веков приходят памирцы к скале ветров Шамаль-Рафгар. Здесь они высекали изображения танцующих людей. Отсюда всегда звучал их привет близким и далеким друзьям, песня «Бульбулик». Немного слов в этой песне. Ветер дует, пусть у вас будет счастье. Поздравляю вас с новым другом. Высочайшие горы советской страны. По-разному пытаются ученые прочесть слово «Памир». Поймор, подножье смерти. Паймихр, подножье солнца. Или все же Бам-Иар, то есть крыша земли, крыша мира. На крыше мира мира не знали. Прячась от бед, горцы уходили под землю, и тогда возникали целые пещерные города. Люди искали защиты у камня, и тогда появлялись крепости, описанные еще Марко Поло. Крепостью был и сам Памир. Страна классического бездорожья. Теперь трудно в это поверить. По свидетельству Александра Македонского, побывавшего на Памире, уже в те времена здесь применяли турсук, кожаный мешок для переправы через горные реки. На реке Бартанг этот музейный экспонат пользуется спросом и сегодня. Разумеется, у энтузиастов. Верховья реки Бартанг. Озера обычно скрывают свой возраст. Но сколько лет Сарезу, знает каждый памирец. Рожденное землетрясением в 1911 году, озеро достигло 70 километров в длину. Специальные экспедиции изучают сегодня запас прочности Сарезских берегов. Мирзо Алимов – уроженец здешних мест. У него свое отношение к природе, а к земле тем более. Ибо земля здесь на вес золота.
Надо выбрать не одну тонну камня, чтобы это поле, в конце концов, дало первый колосок зерна. Поля Памира. Комбайну не подняться к этим хлебам. И тогда хлеба спускаются к комбайну. Многие ученые считают Памир одной из прародин пшеницы. Это гипотеза. Однако местные сорта, вызревающие на высоте около 3000 метров, это реальность. Две, на первый взгляд, несовместимые задачи решают сегодня ученые Памира. Сделать пшеницу еще более легкой на подъем, сделать еще более тяжелым ее колос. Памирской ботанической. Для Памира здесь много удивительного. Эти березки переносят нас в центр России, а эти гейзеры, наверное, на Камчатку. Но это Памир, целебный источник Гарм-Чашма. Памирские самоцветы. Их добывали еще 7 тысячелетий назад. Рассказывают, что украшения из памирского лазурита обнаруживали даже в гробницах египетских фараонов. Сегодня горные работы ведутся на высотах, доступных, казалось бы, только альпинистам. Прекрасны эти чистейшие друзы горного хрусталя. Но не они основное богатство великих гор. Вот она, главная драгоценность Памира – лед. Крупнейший глетчер планеты – ледник Фетчинка. Его называют Азиатской Антарктидой. На Памире свыше 1000 ледников,
вечный залог жизни цветущих среднеазиатских долин. По преданию, Насир Хисроу, известный в Таджикистане поэт Средневековья, пробил здесь когда-то камень дорожным посохом. И появился родник Пиршон-Асир. Это самая вкусная на Памире вода. Не потому ли в этих местах больше всего уважают людей, которые добывают воду? Тот Мурадали Сафоев. Он исходил Памир вдоль и поперек и утверждает, что на Памире нет дома, в котором не звучал бы рубоб, не слышалась бы песня.
Город Харок. Памирцы любят говорить. Самые высокие горы здесь. Самая высокая рождаемость здесь. Самый высокий процент людей с высшим образованием тоже здесь. Горы безжизненны и суровы. Может быть, поэтому так любят памирцы яркие краски, причудливые узоры. Вяжут ли они шерстяной носок, вышивают ли головной убор, ставят ли дом. Так вяжут памирцы кровли своих домов. Так создается новый облик Памира. Памира, которого еще не было. Люди и высота. Памир — это испытание воли, мужества. Самым сложным маршрутом
покорена одна из высочайших вершин советской земли, пик Ленина. Подобного еще не было. Высота точки приземления 7000 метров над уровнем моря. Еще одна драматическая и светлая страница в вечном поединке стихии и человека. Отрезанных от всего мира памирских селениях родилась красивая легенда о золотом кишлаке, дорога, куда еще никому не известна. Эти люди не ищут дороги в золотой кишлак. Может быть, потому, что сами строят его. Thank you.
Если вы приедете на Памир, вас встретит древняя, как эти горы, песня Бульбулик. Привет новому.